Аваны, здравствуйте. Вот рассматриваем другое украшение. У другое украшение щуга называется. Ну, воротник получается по-русски. Вот это носили. Вот тоже опять из истории видим, вот древнеегипетские эти на шее тоже вот наподобие. И в русских костюмах тоже вот подобное есть. Вот сейчас слово дадим народному академику Чувашской республики Никаноровой Вере Тарасовне. Пожалуйста. Но это нагрудное украшение бывало и у девушек, и у парней. У парней побольше, это девчачье. Это украшение носили они во время праздников, во время свадьбы. Ну, когда охота была, тогда они обязательно носили. Это обязательно должен был сделать мастер такое красивое украшение, смотря на семидневку. Вот каждая полоса имела свое название. Вот первая полоса. 7 полос должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полос. Здесь сделано на основе этого. Как 7, недели 7 дней. Понедельник, вторник, вот так. И кроме этого, у чуваш есть еще такое понятие, когда мы хороним человека, сразу мы вспоминаем 7 дней. Читчишни ильтереси. Значит, это называется Щербузия. Значит, мы вспоминаем, кто вот эту нашу землю, планету, кто основал. Это Щербузия, голова земли. Вот, Щербузия. Щердижа. Семейство земли. Да, семейство. Щердижа, икимежа. Висимежа. Щераше. Отец земли. Щерамежа. Мама земли. Мазарбузия. Так, глава кладбища получается Мазара. Герцежерегенный. Который сопровождает. И Хойвильнежин. И сам мертвый человек. Вот это не всегда знают. Питпельнеся, Хитчишня. Хитчишня Азандамар, Азандамар Десям. Амин Васитчиш. Так на Худанман. Хитчишня Азандамар обязательно Сахсана Галаза Духмалла. Свечу 7 штук, да? Да, маленьких свеч. 7 штук, да, каждому. Вот мы вспоминаем от начала земли до усопшего. Ну вот все со смыслом. И ворот как бы шею, голову защищает. Да. И получается, как у Мерджанвинда, да? Мерджан. Как бы на самом деле год же это вот раз дни здесь. Конечно. Вот как будто вот... Как год крутится у нас, и вот сколько лет пускай живет человек, и вот он как бы счастье этот, все оберегать каждый день. Да. Каждый день. Вот это значит, чер ушлаганный, сердечный, сераше, серамаше, мазарбузе, ярцежурегенный, хай, унын вен круги сахалха. Ага. Видишь, как. Вот. У него самый этот... Мало жил, потому что... Чтобы не культуру замкнуть, я захотел дать агамбик-хюриаду на... С одной стороны красота, и с другой стороны, чтобы не упал. Вот здесь тоже... Вот молодежь мы вообще не знаем. Хорошо, что вот Вера Тарасовна вот в деревне помнит об этом. Ну, мне рассказывала свекровь. Она мне велела... Не забудь передать из поколения в поколение, что я и делаю. Молодец. Вот никто не знает жить. Кто расскажет нам? Спасибо большое.